О том, что делали в старину в зимние вечера, когда на улице мороз. О том, как гадали и в какие игры играли наши прабабушки и прадедушки. Обо всем этом десногорские девчонки и мальчишки узнают в гостях у купчихи в историко-краеведческом музее. Тоже. Ой, сахар. Тоже. Сладкая жизнь. Давай сюда. Сегодня мы узнали о святках и как гадали в старину. Мы сегодня узнали, как надо колядовать. И как же надо колядовать, расскажи. Песни петь, когда заходишь, конфеты просить, и тебе потом дают еще мелочь. Колядовать надо ходить перед Рождеством. Мы пели песню про Коляду и то, что мы учили в школе. Очень замечательно, когда проходят такие мероприятия. Дети развиваются и умственно, и узнают много всего. Всевозможные разные обычаи, которые были раньше, которые сейчас очень, к сожалению, не соблюдаются у нас во многих семьях. Это вообще очень здорово. Мы стараемся всегда выходить на такие мероприятия, присутствовать, участвовать. В гостях у купчихи ребята не только узнали, как гадать и водить святочные хороводы, но и попробовали настоящий рождественский сочев.